Всем привет, друзья! Сегодня покажу и расскажу, как быстро и эффективно скопировать все данные со старого устройства на новое. Делать мы это будем через службы корпорации Добра. У меня на канале есть способ, как скопировать все данные через Wi-Fi. Кто еще не видел, можете перейти и посмотреть. Сегодня же мы проделаем все то же самое, только копировать данные будем через шнур. Присаживайтесь поудобнее. По традиции лайк, подписка за старание. И мы начинаем. Поехали. Подопытным сегодня выступит Redmi Pad Pro, а копировать мы будем с Realme 14, тоже Pro версии. Да, кстати, ребят, копировать можно любые андроиды, начиная с 10-й, 11-й версии, и неважно, какой марки у вас смартфон либо устройство. Для всей этой процедуры нам понадобится кабель Type-C на Type-C. Один конец вставляем в устройство, на которое будем копировать данные, другой в смартфон, с которого будем дублировать данные. После этого нажимаем копировать. Немного ожидаем, после чего на новом устройстве вводим пароль от аккаунта старого смартфона. Далее нам предоставляется выбор, что именно скопировать. Приложение, фото, видео, журнал звонков, в общем, выбираем все, что вам надо. В моем случае я буду копировать все. Жмем копировать. Далее предоставляем все разрешения и принимаем. После чего Google предлагает скопировать данные с облака. Если вам надо, можете также скопировать. Далее жмем включить, после чего устройство предлагает настроить безопасность. В моем случае я пропускаю данную опцию. Как в принципе и все остальные настройки устройства. Далее он просит настроить электронную почту, мне это пока не надо. И наконец-то мы начинаем само копирование. Ожидаем завершения, время будет зависеть от объема данных. В моем случае 23 гигабайта скопировались приблизительно за 10 минут. Ждем готово и завершаем подготовку нового устройства. И вуаля, все данные скопировались. Немного надо будет подождать, чтобы все подтянулось с интернета, приложения, игры, ну в общем все, что в облаке хранилось. И уже после получаем практически полную копию старого устройства на своем новом девайсе. Вот таким нехитрым способом можно легко и быстро скопировать практически все со старого девайса на новый. Добавлю еще один момент. Данным способом можно копировать практически все приложения, фото, заметки и многое другое. Если что-то непонятно, пишите в комментариях, по возможности постараюсь всем ответить. Если видео было полезным, ставим лайк, подписываемся на канал, если еще не подписаны, заглядывайте в Telegram. Там я оперативно публикую много всего интересного и лучшие приложения с самыми низкими ценами на смартфоны и множество других товаров. При желании можете подписаться на все другие социальные сети. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.